Ну что, они застыли. Сейчас, короче, попробую достать их из форм и упаковать, но не забудь нажать на эту кнопочку. Просто разворачивается, и она полностью достается. Кстати, как я их делала, можешь посмотреть в этом видосике. Для начала обязательно фольга. Первую, короче, упаковываю елочкой, вот так одну, потом вторую сторону. Находим букет и потрошим его. Оп. Вторую упаковываю в плотный картон, потом оборачиваю полоской из упаковочной бумаги и еще перпендикулярно ленту добавляю. Розовенькая. Пожирнее. Беру отвертку и вот этим наконечником вот так вот ставлю печатку. Остатки картона идут на третью и оборачиваю еще вот так вот веревкой. Эту веточку засовываю в веревки. Оп. Вот что получилось. Пиши, какая больше всего понравилась, и не забудь поставить лайкосик.